Здравствуйте, это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня я с радостью хочу вам представить победителя конкурса «Педагог года 2021» номинации «Воспитатель года» Надежду Николаевну Сабурову, воспитателя детского сада номер 6 «Белоснежка». Здравствуйте. Добрый день. Ну, во-первых, с победой вас. Сколько там было-то претендентов за корону боролось? Спасибо. Всего было 40 участников. 40? 40. 20 учителей, 20 воспитателей. В финал вышли 5 воспитателей, 6 учителей. И вот вы победили. Да. Ну, там, наверное, все грустные ходили, все оставшиеся квартет, смотрели на вас. Почему она, а не я, да? Или вы как подружились там? Мы общались, да, дружили во время всех этапов конкурса. Да, мы общались. Когда объявили меня победителем, я не видела других участников, поэтому я не могу сказать, что они... Но вы были уверены в победе? Нет. Или были сомнения какие-то? Я не думала о победе. Моя задача была в том, чтобы достойно выступить. Чтобы Белоснежку узнали все. Да. Сад, я понял. Задачу я выполнила. И победила. И стояла, и думала, думаю, ну, это точно не я. Ну, точно не я. Точно не я. И вдруг раз, Сабурова. Да, но это было очень неожиданно. Я от удивления и неожиданности просто открыла рот и стояла, думаю, боже мой, как же это приятно. Думаю, об этом узнает моя мама, мои родственники, да, коллеги. Это гордость... всех коллег, да, ну это же вообще... Ну, тем более, что очень... Вот в чем парадокс, да? Профессия воспитатель – это, в принципе, фактически одна из первых встреч в жизни маленького человека, да, потом будет куча наставников, да, учитель года у нас тоже будет, а потом будет, возможно, тренер, наставник, будет преподаватель, там, высшая школа. Масса людей будет, которые будут заниматься воспитанием человека вплоть до его последнего дня. А вы же стоите в самом начале. Вот я до эфира начал вспоминать, страшно сказать, свой садик. Я уж не помню даже, как он назывался, но кое-что помнится. То есть мы уже начинаем нашу жизнь отсчитывать от детского сада. Конечно же, мы сейчас об этом поговорим, но все-таки расскажите, Надя, как вы попали туда, как отбор происходил? На конкурс? Да. Ну, я до последнего отказывалась, когда мне предлагали. Я думаю, я не могу. У меня настолько активный образ жизни, плотный график работы. Я работаю в саду, я после этого занимаюсь с детьми рисованием. И у меня всегда какие-то увлечения, развлечения. Вот я все время что-то делаю. Я говорю, я не могу представить, чтобы конкурс такого масштаба был в моей жизни. Думаю, нет. Что, типа, не готова? Нет. Говорю, не могу. Заставили. Мы пообщались, поговорили, все-таки, решили, что... Это директор вас направил? Да. Все-таки у меня есть какой-то опыт работы, есть что показать. Вот, это главное. Да. Это главное. И я так понимаю, кстати, что вот это у вас значок, да, который... Да. Да, такая награда достойная. Я думаю, что теперь будете носить его с гордостью. Да. Ну хорошо, а теперь расскажите, как вы стали воспитателем. Я сейчас поясню, почему этот вопрос очень важный для меня и для наших телезрителей, потому что ведь каждый человек, на каком-то этапе он все-таки выбирает себе какую-то профессию. Кто-то довольно рано, но в основном все, вот практически даже поступив в вуз, и то некоторые там ее еще меняют. Но стать воспитателем детского сада, наверное, говоря честно, не каждый захочет, потому что ответственность, потому что детки чужие, как это, какие нервы надо иметь, то ли там врачом стать, в общем, деньги зарабатывать. Почему вы стали воспитателем детского сада? Никогда не задумывалась над этим вопросом, пока не согласилась на участие в конкурсе «Воспитатель года». Так. Потом, когда уже я задумалась, наверное, это все идет из детства. Так. Меня окружало большое количество детей. Там младший брат, друзья. Мы все время что-то делали своими руками. Готовили концерты, выступали. На первом курсе я услышала, что... На первом курсе чего? Филологического факультета. Так. Я услышала, что есть такие курсы вожатского мастерства. Думаю, надо попробовать, это же интересно. Первый курс там.
И... Своё детство вспомнили, когда вожатые там были рядом. Так. Да, я прошла эти курсы, получила сертификат, и меня отправили в подмосковный детский оздоровительный лагерь работать вожатой. И каждое лето я там проводила с детьми, и это были невероятные ощущения, да? Ага. Мне всего лишь 18 лет. Я маленькая, небольшая, но вот то, что я могу что-то делать, и в моем окружении такое количество детей, ну это просто вот так мне все это понравилось, что когда я получила диплом, я не задумываясь пошла в детский сад работать. Мне хорошо в детском саду, мне комфортно, мне очень хорошо рядом с детьми. В этой атмосфере. Да. А что вы заканчивали? Филфак чего? Филологический факультет. Филолог-преподаватель я по образованию, языки и литература народов Российской Федерации. Понятно. Хорошо. Но ведь есть же такой фактор, от которого не уйдешь, это зарплата. Опять. Я об этом не задумывалась, когда шла на работу. То есть удовольствие сначала, получить удовольствие. Так. Я устроилась на работу в детский сад. Я даже не спросила, какая у меня будет зарплата. Зарплата у меня была небольшая. В 2010 году. И я об этом как-то не совсем и думала, хватает. Вот. А сейчас уже все отлично, и зарплата, и работа, поэтому... Вот видите как, вы знали, куда надо идти. Хорошо, расскажите о вашем детском садике номер 6, напомню, Белоснежка, где работает на сегодняшний день воспитатель года, можно так сказать, да, Надежда Сабурова. Что, кто ваши коллеги, кто ваши подопечные? Заведующий нашего детского сада, Крамина Оксана Витальевна. У нас 4 корпуса. Я работаю в 4-м корпусе. Этот корпус работает 4-й год. Он новый, он очень интересный, необычный, он круглый. Почти полностью прозрачный, у нас прозрачная крыша, огромные окна, очень комфортно, необычно, интересно в нем. Я работаю в подготовительной группе. Это сколько, какой возраст? 6-7. Ну, это уже, да. Да, самые старшие, самые взрослые. Уже все понимают, все знают уже, да. Да. Ну и как? Как они вас... Иногда, должны же они вам немножко нервы-то портить? Или находите общий язык? Вообще, все бывает. Все бывает. Я к чему? Просто говорят сейчас, так всегда происходило. Когда мы были маленькие, про нас так говорили, потом мы подросли, да? Сегодня ребенок, он какой? Он же меняется, наверное. Вы уже в какой год работаете? 11-й год. 11-й год? Да. Так вы уже ветеран. Вы ветеран движения. А скажите, вот правда, что меняется ребенок? Да, да. Современные... А что? Вот за 11 лет какая изменения? Современные дети, они более активные. Да. Они менее усидчивые. Угу. Они более энергичные. Вот они не стоят на месте. Угу. Их интересуют более какие-то... Все время движуха. Да, да. Да. Их очень сложно удивить. Угу. Нужно что-то придумывать. Это, наверное, еще связано с вот этим огромным миром медиа, который вокруг нас существует, плюс игры. То есть они все время находятся в каком-то параллельном мире, да, в параллельной какой-то истории. Да, я думаю, что дома они этим активно пользуются, всякими современными гаджетами. Поэтому, когда они приходят в детский сад, хочется, чтобы делать так, чтобы они не отставали от современного, от современных технологий, но и как-то их отвлечь от этого. То есть, как я говорю в таких случаях, такое слово, чтобы человеченка была, да? Да. То есть, чтобы человеком оставался. Да. Ваша же задача, в общем-то, в чем состоит? Вы первый камушек, камень, который закладывается, да, характер человека, в его отношения, это ваше. Это вас никто не заберет. Это то, что вы должны. Дальше уже будут все остальные. И, кстати, вот когда мы говорим, что вас там плохо воспитывали в школе, вас там плохо воспитывали в детском саду, да, то это стрелы летят как раз воспитатели. А на самом деле, это, может быть, они там не очень хорошо воспитывали. У меня такой еще вопрос. Вы филолог по образованию. Да. И воспитатель. Чего ж вы как? Если педагогический, понятно, педагог, вот. А вы решили как филолог пойти к детям? Я когда проходила практику на последнем курсе, меня отправили в школу к 11-классникам. Я пришла маленькая, а дети сейчас
ну, да. большие. Дядьки и тетки. Да, и я поняла, что это, ну, не мое. Мне некомфортно находиться со взрослыми, может, детьми. Но вот когда я пришла в детский сад, я поняла, тут что как да. как раз хорошо. Да, хорошо. Мне хорошо. А какую вы цель сегодня ставите для себя? Вот все-таки 11 лет – это уже такой срок профессиональный. Да. Я хочу саморазвиваться, чтобы давать детям не просто определенные знания из определенной области, а воспитывать в них такие духовно-нравственные качества, как вот доброта, честность, сочувствие, уважение, чтобы вот это вот в них человечность, того, чего не хватает в современном мире, чтобы это... Ну, мы же с вами понимаем, что, наверное, тут без папы-то с мамой, кстати, не везде папы есть, да. и кое-где и мам нет, а вот это все накладывает определенный отпечаток, а дети же в таком возрасте, они, ну, в такой породе, да, это они несут да, полностью да, да, все. Да. И это достается, наверное, и вам. Вы говорите одно, они говорят, им говорят другое. Как вот найти эту золотую середину? Да. И бывают у нас такие разногласия. Мы общаемся с родителями. Угу. То есть родительские собрания, да, какие-то проходят? Ну, сейчас собрания у нас... Ну, не проходят, понятно. Да, да. Но... Мы чаще разговариваем лично с каждым. Личный подход. Да, личный подход, да. Когда подходишь, ну, видишь, человек уставший, да, они тоже устают, много работают. Ну, конечно. Подходишь с улыбкой, по-доброму, по-хорошему, когда с ним разговариваешь, и они все... свою точку зрения, они чуть-чуть так бы... Ну, конфликты же бывают. Ну, в моей практике... Сглаживались. Да. Сглаживались. Да, нет. А вот еще, я сейчас вспоминаю, но это по мне, наверное, видно, что, по-моему, это в садике все-таки было, что нас тогда учили все время рыбий жир, модно тогда было. И все думали, что чем больше, значит, те, кто не хотел, те не ели, а значит, если не ели, то чем больше съешь и так далее, больше каши съешь и так далее. Вот как вы следите за распределением? Вы же видите, вот этот парень лидер, а вот эта девочка будет лидером, да, а этот, значит, надо же как-то вот еще характер наблюдать за ними и в каком-то смысле использовать его в деле воспитания. Наблюдаете за ними? Да, конечно. Воспитатель, в первую очередь, это психолог. И еще вот недавно я разговаривала со своей коллегой, и я говорю, мы уже не просто воспитатели, мы уже прям такие опытные психологи. Конечно, да, мы наблюдаем и уже знаем, кому какой подход иметь, да? Практически каждому своему. Каждому, да. Каждому. Они очень сильно отличаются друг от друга, но когда они находятся в одном коллективе, в одной группе, они тянутся к другим детям, да, кто-то что-то делает, и мне нужно делать тоже точно так же. Ну да, да. Вот, да, поэтому да. еще, может быть, своим примером, да, конечно. Показываешь, и они, для них это интересно. Сейчас сделаем небольшую паузу, а потом хочется во второй части нашей программы, чтобы Надежда Николаевна Сабурова рассказала чуть подробнее о конкурсе, да, что вы там делали, как это все проходило. Напомню, что Надежда у нас детский воспитатель, детский сад номер 6, название его «Белоснежка», так что если ваши дети там бывают, то радуйтесь, это ваша тоже победа, потому что не только воспитатель побеждает, не только коллектив, а еще и те самые маленькие люди, ради которых это все делается. Через некоторое время вернемся и продолжим. Напомню, что это программа «Открытый диалог». У нас в гостях Надежда Сабурова, воспитатель детского сада номер 6 под названием «Белоснежка», победитель конкурса «Педагог года 2021» номинации «Воспитатель года». И я должен сказать, что я рад, что у нас есть такие воспитатели, да еще и воспитатель года. Очень хочется, чтобы все такие были довольны. От вас такое добро идет, какое-то ощущение спокойствия. Для папы с мамой ведь тоже важно, кому они детей своих доверяют, да? Вот скажите, сама идея вот такого конкурса, чем она хороша с вашей точки зрения, как человека, который прошел все этапы? Нужен ли этот конкурс, чтобы в нем, может быть, участвовало больше представителей тех же детских садов?
Конечно, когда мы работаем в своих детских садах, в своих группах, о нас мало кто знает. Даже родители не видят всю нашу работу. Они утром привели ребенка и ушли. Приходят уже вечером. Они не видят, они не знают, что мы делаем, чем мы занимаемся. Они это могут услышать только от детей. Но не все дети рассказывают. Ну, конечно. Поэтому в первую очередь это возможность заявить о себе. Да, во всеуслышание. Да, так. Да, показать свой опыт работы, показать свои интересные идеи и поделиться своими знаниями со своими коллегами. А как вот проходило это? Вот вас всех собрали, был какой-то отбор произведен. Во-первых, все ли детские сады участвовали? Или те, кто только послал своего представителя? Об этом я точно не знаю, все ли сады ли участвовали. Но я думаю, руководитель, выходит распоряжение, руководитель... Направит на конкурс такой-то? Доводит до сведения своих. Сначала спрашивают, кто желает. Ага, даже спрашивают. Я думал, сразу отозвать. Так... Надя, вперед на конкурс. Вот. Сколько у вас воспитателей работает в вашем саду? В нашем корпусе 6 групп, и в каждой группе 2 воспитателя. Плюс младший воспитатель. Итого 7 в корпусе. 6 групп. А, 12. Да, в нашем корпусе, да. Да, 12. Да. Вот смотрите, как это проходит? Значит, какое-то у вас есть портфолио, да? Как это проходит вообще конкурс? Приходит распоряжение, где все расписано подробно. Первый этап – это самопрезентация. Чего да как? Да, нужно себя показать всех, да. В этом году все проходило дистанционно, через Zoom. Сделали презентацию, все рассказали, показали. Далее у нас опыт работы, тоже нужно презентовать. Мастер-класс. Ваш мастер-класс? Да, мой мастер-класс, тоже его проводила дистанционно с членами жюри. Ага. И но дети не участвуют вот во всех этих этапах? Дети участвовали в занятиях, которые я проводила с детьми занятия. Это все снималось на видео и отправлялось без монтажа. Сразу с первого раза. А, вот то есть как вот оно есть, чтобы неудобные моменты, да? Да, без монтажа. А дети чувствовали, что что-то такое необычное сегодня происходит? Да. Они подыгрывали вам? Нет. Они спрашивали, а почему камера стоит? Мы говорили, что вас покажут по телевизору. Так. И они сразу заинтересовались, но они быстро забыли. Ага. Они так активно все были увлечены занятием, что про камеру они забыли и не замечали. А жюри, кто эти люди? Это сколько их, во-первых? Примерно, я понимаю, может быть, вы конкретно уже не помните, но кто это люди? Кто оценивал вашу работу? Члены жюри, начальник управления образования Виктория Юрьевна Бунтина. Точно знаю, что она там была. Присутствовала. Да. И коллеги. Коллеги, да. Старшие коллеги, назовем это так, да. Да, вообще воспитатели, педагоги, они вот тоже смотрели все это онлайн и оценивали. А было какое-то ограничение возрастное? Не знаю, нет, наверное. Да? Да, я думаю, что нет. По тем воспитательницам, которые нет, рядом с вами. Нет, не было ограничений. Не было. Разный возраст был представлен. Да, понятно. Да, да. Хорошо. Что вам больше всего понравилось? Все-таки это же одно дело, понимаете, когда даже любимым делом занимаешься. Я вспоминаю вот эти открытые классные уроки, когда вроде тот же самый учитель, вроде все то же самое, но как-то не так. И какие-то приходят люди, хорошо, там свой директор школы или какие-то преподаватели, а другое дело какие-то странные люди. И как-то все понимают, что дело-то ответственное, а с детьми-то так особенно-то не подготовишь их. Вот было ощущение какого-то переживания, мандража, что вот не получится, что я что-то у меня не то идет и так далее. Что вам помогало этого избежать? Вообще у меня, как я думала, что у меня очень развито чувство интуиции. И мне все время казалось, что мы не пройдем. Я говорила, Виктория Натовна, это мой наставник, мне кажется, что мы не пройдем. Это спокойная была. Я спокойна была внешне, но я очень сильно переживала. И у меня была бессонница. Перед каждым выступлением я волновалась так, что я чувствовала, что я сейчас упаду в обморок. Но это было очень волнительно. Но каждый раз, когда я выступила, это было такое приятное чувство, что я достойно это сделала. Чувство гордости внутри. Просто ради таких моментов хочется участвовать в таких конкурсах. Но... А будет еще какое-то продолжение? Вы же можете идти дальше.
да, на как это, значит, областной же, да, конкурс, да, да, потом да. можно рвануть и на федеральный, почему бы нет? Да, сейчас мы ждем распоряжения на областной конкурс. Опять готовятся? Да, педагог года, воспитатель года. Также мы вот сейчас мы уже ведем подготовку, активно этим занимаемся. Но теперь на вас будет работать весь округ. Правильно? Готовить вас будет. Я очень надеюсь на поддержку. И ну, в случае победы, так. то уже нужно представлять на России. Я думаю, что мы будем за вас болеть, потому что у меня есть четкое ощущение, что вполне. Знаете, воспитателей, преподавателей каждый из нас в жизни видел много. Мне кажется, что вы прям прирожденная воспитательница. Спасибо. Скажите, пожалуйста, что вы получили, кроме значка? Грамоту? Диплом победителя. Диплом. Так. Воспитателя года 2021. Mm-hmm. Сертификат на 100 тысяч рублей. На 100 тысяч рублей? Да. Ну, в смысле, его можно как-то... Да. То есть что-то найти, 100 тысяч рублей можно приобрести. Да, конечно. А дети-то ваши знают, что вы такая у нас замечательная? Дети в саду или личные? В саду. А, в саду? Да. Как только меня объявили победителем, так. мне посыпалось огромное количество сообщений. Я не знаю, откуда они об этом узнали, еще как бы об этом мало кто знал. Но вот, видимо, сарафанное радио работает. И когда я пришла на следующий день на работу, захожу в группу, и одна девочка спрашивает: «Надежда Николаевна, а вы правда самый лучший воспитатель?» Я так... Надо сказать, а ты сомневалась? Я растерялась. А воспитатель, который со мной работает, говорит: «Надежда Николаевна, отвечайте да, что вы самая лучшая». А я спрашиваю: «А вы откуда знаете? Откуда вы узнали?» Она говорит: «А нам родители сказали, мне мама сказала, мне папа, мне мама». И вот они все, вот: «Надежда Николаевна, вы самая лучшая!» И они целый день ходили и поздравляли меня с днем рождения. Ну, как здорово, как хорошо. Так, собственные дети проскочили у вас. Да. По поводу, расскажите. Да, у меня дочка Настя, ей скоро будет 13 лет. Сын Артем. Сын Артем, так. 5 лет ему. Ага. А, то есть вы успеваете и дома. А, кстати, вот меня всегда волновал вопрос. Воспитатель, ну, чужих детей, никуда не денешься, хотя они на каком-то этапе, мне кажется, как свои становятся. Это одна история. А методы воспитания, они разные? Разные, свои, да. Свои-то, это ж никуда разные, не денешься. Да, свои. Честно говоря, бывает, ну, иногда так вот, не могу найти до сих пор баланс между работой и семьей. Очень много времени уходит на работу. Ага. И когда я прихожу домой, и уже не могу, не, так увлекаюсь, что не могу оторваться от своей работы, и я всегда детям говорю: ну, подождите, вот, сейчас. Понедельник пройдет, говорю, и это, вторник пройдет, сейчас вот 27-й пройдет, и у нас все мы сделаем. И мне потом дочь... раз, опять понедельник. Да, и мне дочь говорит: ну, мам, у тебя каждый день то вторник, то понедельник, то еще что-нибудь, ну, когда уже? Говорю, вот я стремлюсь к тому, чтобы найти этот баланс, найти вот эту грань, где заканчивается работа, где начинается семья. Для меня это самое сложное. Еще один вопрос, который не могу не задать как воспитателю, он будет немножко провокационный, не бойтесь, вы на него точно ответите. Как наказывать ребенка? И надо ли наказывать? Нет. Даже такого слова мы не произносим. Так. И вообще... Ну как же, я помню, даже мне отец, правда, показывал, говорит: вот видишь, ремень висит. Помни нет, об этом. Нет, нет. Мы направляем вот, шалости, которые там совершают, мы направляем нужное русло. Мы, например, перекладываем на них какую-то ответственность. Ага. Вот мальчик там нас пошалил, а мы ему дали какое-то там такое ответственное задание, ага. и он сразу думает: да, мне нужно как-то вот... То есть доверили мне что-то. Доверили, ага. да, и все. Поэтому нет. Ну хорошо, мы же знаем, да, сейчас историю, по крайней мере, у нас это только начинается в стране, а в некоторых странах там ребенка кто-нибудь так слегка шлепнет, как это водится, в общем-то, иногда у родителей, и могут чуть ли не в полицию забрать. Вот как вы относитесь к так называемым ювенальным и прочим вариантам воспитания? Я понимаю, что вопрос сложный. Да, вот, вопрос и вы представ... сложный. Но тем не менее... Ну, родители некоторые, я не говорю сейчас, конечно же, о каких-то там наказаниях, избиениях, ни в коем случае, да, но иногда ж
все время, когда, особенно вот коронавирус, когда был дома сидеть. Ну, представляете, каждый день дома же с ума можно зайти. Вот. Вот шлепнул, что за это? Разве это не метод, нет? Ну, в моей практике это, ну, я не сталкивалась с этим, я не видела этого. И... Не, вот у себя дома. Как вы договариваетесь с детьми? Нет, ну точно не шлепнуть. Ну, сейчас, слегка, сейчас, слегка нет, сейчас дети вот совсем другие. Тем более, я знаю ну, свою дочку, я знаю, какая она. Ей нельзя. Это трудный возраст, 13 лет. Это же самое такое, как турбулентное время начинается. Да, да, да. Вот. Ну, как вы считаете, как воспитатель, как хорошо, когда старшая дочь и младший брат, либо старший брат и младшая дочь? А, я не знаю. Или одинаково? Я не знаю. Как случилось, так и случилось. Но она следит за ним, то есть помогает вам в качестве... Или пока у нее нет такого материнского инстинкта? Пока нет. Пока. То есть вам приходится? Она говорит, что я не просила братика, поэтому у меня своих забот много. Она занимается, поэтому... Все-таки вопрос про будущее. Мы очень надеемся, что вы пойдете дальше по вот этим конкурсным стопам, хотя это, конечно, накладывает определенные сложности, обязательства и добавит каких-то приятных, безусловно, но все-таки проблем со временем и прочим. Вот воспитатель детского сада, это уже до конца дней? Или там директор детского сада? Или есть какой-то... Я почему? Это уже не конкретно, может быть, про вас, а вообще про тех девочек, девушек, которые мечтают, может быть. Ну, не то, что мечтают, кто-то мечтает, а кто-то вот сталкивается с этой профессией. Тут же очень важно, чтобы не пришел посторонний человек, которому это неинтересно. Вот есть какая-то перспектива? Я думаю, что да. Ну, воспитателями просто так не становятся. В эту профессию просто так не приходят. И когда вот я задумалась, опять же, на конкурсе спросили, если не воспитатель, то кто? Я подумала, и приходят только такие мысли, как вот где-то работать аниматором или открыть какую-то школу рисования, опять с детьми. Все равно эффект воспитания сработал. Да, да, я думаю, что я даже не могу представить, кем я могу работать, как не с детьми. Ну что, нам остается только вас еще раз поздравить. Мы счастливы, что такие воспитатели есть у нас. В частности, это воспитатель детского сада номер 6 с замечательным названием «Белоснежка». Вот. Красиво, вам прям подходит, мне кажется, это название. Вот. Надежда Николаевна Сабурова, которая стала победителем конкурса «Педагог года 2021» в номинации «Воспитатель года». Мы вас еще раз поздравляем. И поверьте, очень рады, что вы не только выиграли, не только победили в этой сложной борьбе, но то, что вы 11 лет работаете, и то, что видно, вам это нравится, потому что ваши глаза живые, человеческие и добрые. Для воспитателя это, по-моему, самое главное. Поздравляем вас. Спасибо. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. Счастливо.